Учимся мы вместе. В институте? Да. Она на журналистике, а я на историческом. Ха, видишь? На историческом учишься, а ты Тиграна Великого не знаешь. У меня просто специализация немножко другая, понимаете? Я на исторической информатике. А кто для тебя выбрал такую интересную специализацию? Мама? Нет, не мама, сам. Почему мама-то? Ты странный, высоты боишься, солнца боишься, истории не знаешь. А хотя бы откуда... Девушка, здесь не курят. Откуда произошло название Еревана, знаешь? Нет. Ной, когда плыл на своем ковчеге, он увидел, из воды торчит Арарат. Увидел и закричал: «Эребат! Эребат!» То есть «вижу, вижу!» То есть вы хотите сказать, что Ной был армянин? А кто? Слушай, ну раз тут не курит, пойдем покурим. Сейчас, подожди. Вообще, очень много армянских значений в словах, которых ты не знаешь. Вот посмотри, математика откуда? И? От армянского слова «мат», то есть «палец». Математика, считать на пальце. Навигация. От армянского слова «нав», то есть «корабль». Но только в Армении нет моря. Море есть, воды нет.